Хаотичность профессиональной деятельности известной певицы-телеведущей Ольги Бузовой свидетельствует о бестероидном типе личности, считает психотерапевт Евгений Фомин. По словам специалиста, несистемность мыслей и действий телеведущей очень странны и наводит на вопрос, будет ли прибыль хоть один из начатых ею проектов. Мы наблюдаем хаотичность ее поступков. Она то начинает петь песни, то запускает свой биткоин, то покупает непрофильный для нее бизнес, сказал психотерапевт. Стоит отметить, что Бузова реализует себя во множестве проектов. Певица выступает с концертами, записывает новые хиты. В то время как в Москве набирает популярность ее ресторан здорового питания «Бусфуд». Телеведущая ранее объявляла о запуске собственной криптовалюты и купила в Подмосковье хлебозавод. Экс-участница «Дома-2» планирует, что продукты ее предприятия могут найти свое место в меню ее ресторана.